Всем привет, друзья! Приветствую всех любителей игры Fishing Clash. С вами, как всегда, Веталь. Вы на канале клана Днепряне. И добро пожаловать во второй день. Событие под названием «Опытные путешественники», которое проходит на локации Новая Зеландия и Колорадо. Давайте посмотрим, что, какие требования по второму дню. Итак, по Новой Зеландии у нас, так, просто победа с эпической за обеих рыб, ага, или с мифической за обеих рыб, это все, не, можно, в принципе, три в одном. Так, здесь поймайте 11-звездочную эпическую, 12-звездочную эпическую, так, мифическая 22-900, 24-200, 25-700. Так, а что мне тут по эпическим, 12-звездочную, да? Ага, эпические тут у меня не прокачаны. Понятно. И по мифическим. Ага, пятая. Да, слабенькая. Только одна шестого. Ну, 12-ю убрал. Так, 24-799, это 12 звезд, да? 24-200. Угу. Ну, 25-700, я так понял, нет. Не заберу. 24-200 может быть, 25-700 нет. Ясно. По локации Колорадо. Так, победите с обычной, победите... Колорадская золотая форель. Это легендарочка у нас. Так, и одно из трех на выбор. Тут либо золотой форелью за обеих рыб 5 раз, либо 3 раза 12-звездочную золотую форель. Либо золотая форель 25-985. Ничего себе. Ну, в основном тут, я так понял, по легендарочке. Ну что ж, будем, наверное, пробовать. Будем пробовать. А с чего нам начать? Так, эпическая 12 звезд. Так, что у меня тут по удочкам? Есть мифические. Ага, вот, отличненько. И есть эпические. Правда, перки 3-1, 3-3. Совсем слабые. Может попробовать сразу пройти большой турнир. Так, а ну давайте посмотрим, что в большом турнире. Там как раз просто за последнюю коробочку будет 150 жемчуга. Сейчас попробую посмотреть, что мы имеем. Так, эволюционная кула 1008. Ага, ну тут чисто на новую рыбу. Все ясно. 1050. Ну, 1922 сонар. И то рекордная, да. Неплохо. 2000. Ну, надеюсь, мне хватит этого 1922 на победу. Я надеюсь, он крупнее не потянет. Не хватает. Ага. Одной приманки не хватает, друзья. На 5 уровень, чтобы качнуть. Кстати, я не смотрел. Мне интересно посмотреть, можно ли просить специальную рыбу. Когда-то, очень-очень давно, можно было. Ну, навряд ли. Я думаю, уже ребята кидали запросы на новую рыбу сразу же. Ну, сейчас поглядим. А, вот сразу тебе ей и прокачечка прилетела. Мне там ребята, друзья, скидывали в телеграме в нашем чате. Выпало с загадочной коробки. У нас там Олежке, друзья, 500 жемчуга. Не поверишь. 500 жемчуга. Я сам был в шоке. Ну, в общем, повезло. Классно, молодцы. Редко, но все-таки прилетают. Кому-никому иногда плюшечки прилетают. Это, конечно, приятно. Так, на Фернанду возьму, наверное, уже. Еще одна останется, и можно четверочку клепать. Так, ну что мы тут имеем? 50 мультикрючков и 50 сонаров. Ну, мне тут, конечно, мало. Меньше повезло с этим пакетом. Угу. Так, следующий у нас 51 тысяча. Угу. Так, ну здесь бесплатно сейчас я
Это все дело улучшу. Уже начал, я так понял, специальную рыбу. По специальной рыбе меня понесло. Ну, уже буду добивать, так как пока прокачал ее. Буду пробовать уже добивать большой турнир. Как я их ненавижу, конечно, они бесят, большие турниры. Вечно на них нужно жемчуг, который копишь, и потом он у тебя вдруг улетает. Из-за этого я, конечно, ненавижу большой турнир. Бывает, иногда и докупить придется, потому что хочется пройти большой турнир, остается там один или два пункта, и все. Заканчивается жизнь, приходится докуплять. Поэтому у меня большой турнир я не люблю. Так, 1800. Слабенькие. Кстати, на четвертую приманку только что крупнее рыба ловилась, чем на пятую почему-то. Интересно. Странно как-то у них все. Так, ну я думаю, он вообще не выловит. А нет, выловил. Почти меня догнал. Повезло мне. Отличненько, большой турнир. Вторая коробочка открыта. Поехали дальше. Ну хоть хорошо, немного так сильно здесь коробочек, поэтому может получится. 1922. Лучший результат. Ну, в районе 2000 бы потянуть. Было бы, конечно, замечательно. О, 2300. Ну, попробую. Да, 2210. Отлично. 10 звезд. Замечательно. Ага, вон там тоже. 1997. Ничего себе поймал. Но я не буду больше искать. Навряд ли крупнее, пока я найду. И так как бы неплохой хвост проклюнул. Действительно неплохой. Буду надеяться, что хватит. Но, да, кстати, во втором дне здесь уже они сделали специальную рыбу, которую эволюционировала, и которую уже не поймаешь без специальной удочки. Она постоянно срывается. То есть я сразу не мог понять, где ее взять, эту удочку, а потом нашел. Она у меня лежала. Видать, она где-то с какой-то коробкой пришла. Или, может, сами разработчики ее туда положили. В общем, удочка есть. Ух ты, блин, 2287. Ай-яй-яй. Вот так вот перекидал все-таки. Бывает. Очень жаль. 1800. Хвост неплохой как бы проклюнул и все равно перекидал. Еще 800, 2000, ну это слабенько, 2000, я так понял, 2200. Ну, 2077. Ну да, предыдущий раунд, конечно, я хорошего поймал, хорошего хвоста, но все равно недостаточно было. Сейчас там я смотрю, Дамьен тоже ищет, и я буду очень сильно надеяться, что он не найдет крупнее моей. Хотя, я так понял, 2077 это уже не такой уж и крутой показатель. Угу, все-таки нашел, да. Ага, и мгновенного вылова у меня нету. Вот, пожалуйста, второй раз. Вроде начиналось все неплохо и перекидал все равно второй раз уже подряд. Вот так вот. Поэтому, я думаю, схватка тут не очень пока. 2210. Вот так вот. 1800. 1700. 2028. Так, 1853. Это далеко-далеко еще. Так, попробую без удачи. Удача заканчивается.
попробовать их оставить на легендарочку и на эпика, и на мифа. Еще 724. Да, рядышком, рядышком он совсем. Вот, 2200. Вот попробую. Может, повезет. Ну, буду надеяться, что хватит. Последняя жизнь, последняя попытка. Ну, нет так нет, значит. Перейду к основной локации. Опытные путешественники. И буду уже там бороться. Ну, третий пошел пока. Последняя жизнь осталась. И три коробочки еще тоже осталось. Ну, как бы немало. Удачи, я отключу. Еще 993. Ну, попробую хоть какую-нибудь потянуть, посмотреть, что он вытянет. Так, 2032. Ну, как всегда, 0 очков, потом бац. Так они часто любят делать. 200. Ну, может, хотя бы чуть-чуть, ближе к 2000. Да, 2085, нормально. Я смотрю, последний раз, да, последние три рыбы у меня по 2080 с чем-то попадается. Одна единственная попалась на 2200, и тут я не выиграл. Перекидали. Так, ну что, сотник, я думаю, ты меня как бы пропустишь немного вперед. Да, отлично. Здесь тоже повезло. Еще две коробочки и одна жизнь. Как-то вот надо бы проскочить бы этот момент. 150 жемчуга очень-очень не хватает. Очень-очень нужно. Так, 1600... Дамье. Ну, кстати, я уже с ним, по-моему, попадался. Да, и он тогда меня перекидал, по-моему. Да-да-да-да-да, что-то знакомое. К сожалению, он уже, по-моему, меня разочек одну жизнь отобрал. Если мне память не изменяет. Так, 2011. Специально же не ловит, блин, ждет, пока я поймаю, понимаете, друзья? 213. Все, крупнее я навряд ли найду. И сейчас Дамьен ищет, как бы меня обловить. Этот может, был уже замечен. Там, скорее всего, приманка уже, наверное, шестая. Ну, или, может, тоже пятая. Ну, удочка, может, пятую сделал там. Нет, 2015. Отличненько. Ха. Повезло мне в этот раз. Так, 10 тысяч золотишко и 100 сонаров. Ну, вот она, последняя коробочка осталась. И буду надеяться, что повезет мне с соперником. Так, Том попался мне. Еще не попадался. Но буду надеяться, что адекватный. 900 тысяч, 2000. Ну, какую-нибудь пока подсеку, посмотрю, что там Том поймает. Еще 880. Ух ты, 2059. Да, вот уже видно серьезный соперник. 2059. Да, осталась последняя коробочка, и вот тебе на, пожалуйста. И как назло, ничего такое путевое не проклевывают. 2069, нету смысла подсекать. Блин,
Ну что же ты, давай, 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 давай. Где ты? Где ты? Крупный хвостяра. А хотя бы уже какой-нибудь давай уже. Нет, нету, друзья, не поймался. Так, что у нас тут с новой жизни? 30, да, нет у меня 30 жемчуга, к сожалению. А, 3 жемчуга не хватает. Ну ладно, я подсобираю еще 3 жемчуга, я докуплю одну жизнь и попробую еще порыбачить. Ладно, поехали к локации Новой Зеландии, Колорадо. Будем проходить здесь. Здесь у нас что? Так, эпическая 12-звездочная. Угу. Поехали посмотрим, что у нас тут по эпическим. Черный, о, кстати, я уже 12-звездочную ее когда-то ловил. Интересно. Три. Ага, там каранкс у меня. Удочка на каранкса. По-моему, надо поискать. На первый тунец. Да, там каранкс у меня. Я еще в поединке рыбу специально под удочку. И попробую еще покидать. Может и повезет. Так, а что здесь? Ага. 15-100. Ух ты, 16-300. Ничего себе. Так, я понял. Поехали дальше. Следующий. Поищем еще. Рыбаки СНГ. Так, черный конгирия. Вот, зубастый каранкс. 16-118, это 12 звезд. Так, ну посмотрим. В общем, 16 тысяч плюс надо искать. Ух ты. 16-800. Ну посмотрим. Ух ты, а что? Что там произошло у меня? Непонятно, что-то произошло. Сорвалась рыба. Каким-то чудом непонятным. Игра подглючила. Хм. Вот блин. Хороший хвост был. Скорее всего, 12-й. Сорвалась, сорвалась наживка. Так, 20-800. Да, не повезло мне с каранксом. Глючила игра и сорвалась рыба. В общем, все. Все печально. В ненужный момент, но ничего. Сорвалась 12-я 100%. Так, а мне 12-ю, наверное, всего лишь одну. Ага, прилетает алмазная награда. Отличненько. 50 жетончиков. Золотую форель. Легендарочка одна прилетела. Так, что у нас тут по приманкам? Ага, пакет обычных. Ага, редкие. Ну, Зеландия. Ну, как бы здесь, да, есть у меня неплохие. Прокачать как бы можно, но жалко. Так, поехали искать 12-звездочную. Эпическую. На
надо Карангса. Ага, нет, черный Конгирио. Карангса бы поискать. Ага, вот он. Еще покидать, попробовать Карангса. С первого раза сошла, конечно. Очень-очень жаль. Но если сонар отработает хорошо, сонар... Я не помню, какой у меня там. 15900. Есть, отличненько, 12-я. Проклюнула. Хорошо. Это уже радует. Ну, пока непонятно, до последней коробки добраться, не добраться. Пока еще толком я не понял. С легендарочкой там, конечно, жалко, третьего уровня. Надо будет искать там 12-звездочную. Так как лучший результат там уже будет влиять на место в рейтинге. Есть такое дело. Значит, 12-звездочную я нашел. Так. Что у нас тут? Мифическая 22900. 24200. Ну, давай посмотрим. 24200. Как бы запросы неплохие. Синоносая в ореху. 24200. Интересно. Нет, я буду там сейчас поищу. У меня там 6 уровня есть приманка. Уже на нее буду пробовать. 24200 искать. Сейчас пока попробую поединки закрыть, если получится. Прокачивать не хочу. Мифа 50 тысяч. Золото жалко. Поэтому обойдусь пока без прокачки. Попробую так. Ну, единственное, что здесь хорошо, это удочка на мифа, да. Есть. Это, конечно, огромный-огромный плюс. И еще и 7-я удочка на мифа. 17300. Для победы, может, и хватит, но для лучшего результата надо еще искать. Пятьсот, ничего, нормально. Отличненько, есть такое дело. Так, что тут у нас еще? 24245. Надо искать мою 6-ю приманочку. И опять в ореху синоносая попадается. Тут покидаю так, на голый. Попробую так. Ну, как и вы заметили, друзья, вот я еще в первом не говорил, кстати, вызовы не участвуют в самом событии, в самом ивенте. Это, в принципе, хорошо, мне это нравится. Не надо никуда переживать, что не возьмешь там от первого, второе место там. Это тут молодцы, в принципе, я согласен. Если так, то, в принципе, хорошо. Угу, 23100. Ну, я не хочу сейчас. Нет, не буду я тратить усилители.
пропущу этот поединок, наверное, буду искать дальше, пока не попадется мне приманочка хорошая, тогда уже пробовать искать. Не буду мучать долго. Килька в томате. О, вот он, новозеландский длинноплавниковый угорь. Вот он. Так, ну теперь можно попробовать покидать. А, удочки на него нету, кстати. А что же там удочка у меня? Угу. Придется, наверное, прокачать еще мифа, на которого удочка сейчас не получится взять. С этой попытки. Так, 23 400, слабенькая, там 24 200 с чем-то, по моему просили. 24 255, цена в 70, мне там не хватит. Этого будет недостаточно для победы. 23 500. Угу. 24 показал слонар, слонар слотоботал слабенько. Так, лангуст без сонара, ну может достаточно, может подтянет. Да, 10 800, ну как бы победу забрал, но пока лучший результат остается не закрытый. Так, угу, здесь закрылось. 24 200, ага, еще и 2 их надо поймать, вот так вот даже. Так, мифическое, ну попробуем поищать, поискать еще. Вот она, называла новозеландская акула. Попробую сейчас ее сделать шестой. Это как раз на нее удочка есть. Так, и поискать уже здесь с удочкой. 24 700. Нет, не хватает, не хватает. Двадцать четыре триста шестьдесят семь. Есть такое дело, даже рекордное. Первое, и надо еще одну. 24 800. Вторая же сразу следом. Есть. Еще подряд, и вторая подряд, 12-я. 24 482. Отлично. Отлично. Так, он сдался. Ну, у меня там поединки все равно закрыты, поэтому мне это не обязательно. Да, есть. 24. Ну, 25 760. Нет. Это уже там очень-очень крупный хвост. Так, здесь у нас что? За обеих рыб. Угу. Лучший результат. И победа с обыкновенной. Ну и в принципе, да, и все. А еще как бы осталось, да? Немало осталось, в общем. Так, ну попробуем золотую форель поискать. Это легендарная рыба, с ней всегда проблемы. Не так просто ее найти. Так, 14, 17... 22 000. У меня там лучший результат. Это еще 11 звезд. 23 300. Ну вот. Удочка пятая. Перки слабенькие. 24 000. 23 400. Ну вот даже рекордная. Ну,
Что у нас тут? Угу. Попробовать покидать. Восьмая приманочка шикарная. Ну да, там у нее и бонус от лицензии, там у нее все серьезно. Ну а ну-ка, ну-ка. Семьсот не хватило. Ладно. Хорошо, будем искать. Так, что там? 74. Надо 77. Не хватило немножко. За обеих рыб 1200. Ну, поехали. Неплохо. 5 раз по 1200. Ну, это как бы нормально. За обеих рыб только. Так, хорошо. Что у нас тут? Хариус сибирский. Слабенький. Тринадцать семьсот, одиннадцатое. Хорошо, ага, 14200 там все-таки потянул. 13, 13. Мне интересно, что он там золотую форельку потянет. Стоит ли мне сейчас с ним бороться? Ага, 22800. Ну, как бы не крупная, но у меня усилитель уже на исходе, поэтому буду искать дальше. Заодно немножко кубков подсольется. Так, вот тут второе место пролетело даже. 24480, ага, там 25 тысяч поймал. Ага, вот 100 удач прилетело, отличненько. Так, следующий вызов вот как раз на золотую форель. Что тут по наградам? Рузики, отлично. Ну, как раз вот под вызов сейчас можно попробовать и поискать золотую форель. Двадцать четыреста мой лучший результат. Так, ну пока сейчас посмотрим по обычечке. Я посмотрю, что он поймает по золотой форели. Дабы зря не тратить усилители, если он сейчас там сразу на 12 вытянет, поэтому я не буду больше бороться. Буду ждать следующего соперника. А я смотрю, он обычечку вытянул хорошую. Если 200. Да, мне забей рыб надо, мне просто победа как бы не надо. Хотя он там в золотую форель вообще мелочь натягает. Он именно обычечкой меня, получается, перекидал. Так, ну попробую пару раз закинуть. 7900. Да, неплохо вам поймал хвоста. Нет, все, не хочу. Не хочу искать на восьмую приманку. Это жалкая трата усилителей, которая ни к чему хорошему не придет. Поэтому я лучше сдамся и буду искать еще. Так будет проще. Серия побед мне не нужна. Мне надо победа за обеих рыб. Так, колорадский лосось. Кларка тоже восьмая. Слабенькая. Там есть у меня девятая приманочки.
8900. Угу, 22800. Ну вот как хорошо, что я начинаю сразу не с легендарной, чтобы посмотреть, что он вытянет. Чтобы потом не переживать, не волноваться, что вот перекидал, там не перекидал. Сразу видно, что человек вытаскивает и есть ли смысл с ним дальше бороться. Да, там и бонус от лицензии у него на редкую. И не скажу, что он крупняка потянул. 9400 это еще не такая уж и крупная, но забей рыб я не возьму. Будем искать, будем искать. Главное, что там по мифическим, по эпическим я все разобрался. Это хорошо. Уже на одну проблему, как говорится, меньше. Лавль 600. Мелкий-мелкий берет пока. 23-522. Ну вот и отлично сразу. Видно, что человек золотую форель хорошую вытянул. И мне сразу уже стало понятно, что этот поединок я тоже буду сдаваться. Хотя здесь вот у меня бонус от лицензии есть как бы на редкую, но 23500 для меня это слишком много. Не, ну может я и вытяну такую, но не факт, что я выиграю этот поединок, а я его не выиграю, поэтому зря только кидать, перекидать. Вызов я и так сейчас попробую подобрать какой-нибудь поединок именно под вызов. Да, забей хрип, пока тишина. Пока не заходит никак. Так, вот она, девятая приманочка. Ага, и бонус здесь есть. Ну, это хорошо. Может, здесь мне повезет. Ну, если, конечно, сейчас он золотую форель также не потянет. 23 хотя бы плюс, то. Ну, вроде на мультикрючок вообще ловит пока. Сейчас посмотрим. Просто Иван. Может так, для отвода глаз. Я тоже так когда-то делал. Смотрел, что товарищ потянет, и потом уже пробовал. Так, ну ладно, здесь я 11 сейчас заберу. 11600. Ничего себе, даже неплохой сонар показал результат. 10700. Нормально. Так, ну и здесь вот у нас надо искать золотую форель. 18700 поймал. Не скажу, что супер крутой результат. Но тем не менее, это легендарная рыба, с ней надо всегда какая-то морока, не так просто ее вытянуть. Вот вроде бы как бы, ух ты, 25000, 24500, ух ты, вот даже 12-я проклюнула золотая форель. Круто, 24 560, супер результат, отлично. Забей хрип, значит, должен был зайти поединок. Да, и прилетела уже следующая коробочка, жемчужная награда, 25 золотишек, 1050 жетончиков, 4-звездочная удочка на Колорадо, да, большой пакет на Зеландию и по 100 усилителей. Отлично, неплохо. Что у нас тут на мифа? Нормально. Так, тут удочки на Зеландию тоже неплохо и по 100 усилителей вполне приемлемо. Ага, и даже 12-звездочный, второе место. Кстати, тут буквально чуть-чуточку. Ну ничего, даже пускай будет третья. По 100 грузиков там по 50, по 75 прилетит. Кстати, вот тут жемчуг. Сейчас должно быть... Да, 100 жемчуга. Отлично. Есть такое дело.
Так, что мы имеем? Имеем 77 тысяч, надо 85. Так, ну давайте прикинем, что тут получается. Еще 4 поединка за обеих рыб по 1200. Это 4800. Еще 4 по 500. Это 2000. Это 6800. И 3 по, и 5 по 300. Это 1500. 6800. 7800. 8100 я смогу еще, получается, здесь. Так, это будет у нас, получается, 80. Да, в принципе, последнюю коробку можно забрать. Я думаю, что я ее заберу обязательно. Надо немножко еще, конечно, покидать, порыбачить. Вместо времени тут вообще печальное 550. Ну, за обеих рыб тут поединки обычные. Да, последнюю коробку, друзья, я заберу. Не буду сейчас долго и рыбачить я. Надо собираться на работу. Но, судя по очкам, я уже посчитал, высчитал все. Последнюю коробку я заберу. Это радует. Здесь будут неплохие награды. 100 тысяч золота, гигантский пакет приманок, золотой пакет удочек и легендарочка на выбор. Отлично. Ну все, друзья. Ну давайте, раз уж еще одну жизнь доберу здесь и, может, закрою уже последнюю коробочку с жемчугом. Что у нас тут, кстати, по этому ивенту? Много ли мне осталось еще? Так, 45-51 тысяча. Что тут еще? Схватку я закрыл. Редкость обычно не ниже 5%, не ниже 4. Так это мы сейчас все дело закроем. Без проблем. Тогда, в принципе, уже можно будет и попробовать на другую приманку покруче. Так, 6-3, 6-2, 4-3. Где у нас тут самый меньший? Ну, давай вот кипотский карась 4-0. Попробуем перекидать. 5-0, крылатка зебра. Есть такое дело. Еще покинуть там. Там, в принципе, может... Нет, там надо было не меньше 4. Вот это, по-моему, уже хватит. Нет, еще не хватит. 46-700. Что тут у нас? Вытяну, да, бонусы я закрыл. Теперь победите с легендарной 500. Ну да, тут еще приличненько. Так, 10 раз подряд легендарная. 10-звездочная, 3000 очков. Вот это вот неплохо уже. 3000 это будет, все равно мало. Ну ладно, так уже попробую, как есть. Там посмотрим. С пятой приманкой я уже потом можно будет, конечно, делать вещи, как говорится. Но если сейчас не получится, тогда придется проходить уже и там с легендарной, чтобы улучшить уже еще. Как всегда, не вовремя. Блин, сейчас битва, потеряется турнир у меня. Ну, в общем, все. Расстроили меня конкретно, ребята. 2016. Надо искать. Может, даже успею еще. 2133. Нет, блин, не хватило. Чуть-чуть. Блин, как всегда. Недокрут. Вот. Ну, блин, я не успею, наверное, ее потянуть. Хотя, может быть, даже не успею. Есть. Отлично. Отлично. Забрал. Я выхватил победу. Все. Теперь, как бы, уже все куда получше.
150 жемчуга и пакет усилителей. Вот он, вот оно, вот оно. В принципе, неплохо. По 100 усилителей и 150 жемчуга. Это мне нравится. Такой вариант мне как бы подходит. Вот теперь, друзья, все, в принципе. Можно на этом заканчивать видео и смело собираться себе на работу с хорошим настроением. Я дорыбачу, там тоже последнюю коробку заберу. В общем, можно считать успешным оба ивента сегодняшних. Подобиваю там уже хвосты, которые поставались. В принципе, я рад. Все, друзья, буду заканчивать. Удачи вам в этих ивентах. И где бы вы ни участвовали, либо на Колорадо, либо у вас там уровни пониже. Так же самое с этими акулами. Эволюции вам всех успехов. Не забываем подписываться на канал, всем, кто не подписан. Жмякаем на палец вверх. Пишем в комментариях, задаем вопросы. Кому что интересно, с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну вот и все. Всем вам удачи, ни хвоста, ни чешуи. И до новых встреч. Пока.